Всем привет! Для нашего подписчика Димы Попова мы сегодня приготовим этот рецепт – рулетики из баклажанов. Нам понадобятся баклажаны, помидоры, майонез, чеснок, соль, перец, ну и у меня тут прованские травы. Поехали! Сначала попки отрежем у наших баклажанов. И нарезаем полосочками, где-то 0,5 сантиметра толщиной. Далее все это присыпаем солью, наши баклажаны, и оставляем минут на 15, чтобы баклажаны дали водичку, и все это у нас засолилось. Некоторые потом смывают их водой, соли, я оставляю как есть. Теперь в наш майонез выдавливаем чеснок. Это дело вкуса, кто-то больше, кто-то меньше. Для тех, кто боится вампиров, побольше. Я тоже так много выдавил. Любим поострее. Перчика добавим. Травки. И все хорошенько перемешиваем. Наш соус готов. Попробуем. Жгет, ядрененький. Теперь берем помидоры. Режем на небольшие кусочки. Вот, приблизительно вот так. Я обычно режу как с хвостиками, или как их назвать. Ну вот с этими. Мне не принципиально, есть она, нет, эта штучка. Поэтому все равно. Теперь берем баклажанчики и обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. После того, как обжарим, можно их положить на бумажное полотенце, салфетку, чтобы жир весь стек. Ну, я этого не делал, любим пожирнее. Теперь берем наш баклажанчик, намазываем его сверху соусом. Кладем помидорку. Я посмотрел, большевато получилось, поэтому я еще эту дольку пополам разрезал. И сворачиваем ее в рулетик. Можно поставить так, можно проткнуть шпажкой. Вот что я и сделал. Тут же попробовал. Вкуснятина. Так что, друзья, готовьте вместе с нами эти вкусности. Всем пока-пока!